Всем привет, Алекс, школа английского. Прекрасная погода, хотя сентябрь заканчивается. Может, еще и в октябре поиграем. Итак, мы говорим про клубный теннис. Самое плохое, что может быть, наверное, ну, не самое плохое, но не очень хороший вариант, когда мы начинаем копировать профессионалов. Мы делаем какие-то упражнения, стараемся выполнить эти упражнения правильно, грамотно, ну и какой-то новый уровень намечаем. Наверное, не стоит намечать себе цель попасть в профессионалы, да, ну, у кого-то и такая цель, дай бог. Итак, одно из упражнений на пронацию, да, то есть это подача, это континентальная хватка, это молоток, тук-тук-тук, и мы, вот пронация, вот. Вот пронация. Вот такая вещь. Но мы бьем ободом. И в конце разворачиваем ракету. Большие проблемы с этим. То есть бьем ободом, вот на кавер ободом. И здесь, в конце. И причем это все естественно. Это не то, что я специально делаю. Я ободом бью, и в конце, естественно, у меня ракетка таким образом разворачивается. Это то же самое, что мы бросаем с вами мяч, да? Мы его бросаем, и одно из упражнений бросаем, чтобы наша ладонь вот смотрела туда, во внешнюю сторону. То есть это естественным, вот она. И на всякий случай мяч бросать желательно не так, не вперед бросать, а подача уходит вверх. И поэтому, когда занимаетесь с мячом, очень полезное упражнение. Берете и бросаете его вверх. Вверх бросаете. Чем дальше, тем лучше. Ну вот. Итак, у нас с вами вот такое есть упражнение. Да, ну, вот такое может. Вот это очень сложное упражнение. Я ободом веду ракетку. Ободом. В конце я ее, она сама у меня развернется. Веду ободом, и она у меня сама развернется в конце. Еще раз. То это очень трудное упражнение. Кажется, что оно легкое, на самом деле очень тяжелое. То есть она, ракетка, произвольно сама. Веду ободом, и она ободом, и она дальше вот так вот должна развернуться. И в этот момент происходит удар. То есть, если мы задумаемся, что происходит с ракеткой, то это, ну, мало никому не покажется. То есть, сначала ракетка вот за спиной у меня, она смотрит в эту сторону, да, за спиной. Дальше она идет за спиной, смотрит в эту сторону, потом в момент удара происходит разворот полной ракетки на 180 градусов, она уже смотрит туда. И при этом развороте мы еще должны умудриться попасть на мяч. Тут жутко тяжело. Ну, наверное, в моем исполнении это более-менее кажется легко, хотя это очень трудное упражнение. Итак, я подбрасываю, раз, и ракетка смотрит туда, а изначально туда смотрела. Идет. Разворот, удар, и она смотрит в другую сторону. Спасибо, что слушали, смотрели. Алекс, школа английского. Бай-бай.